Осень – это время, когда нам важно поддержать свое хорошее настроение и здоровье, а они напрямую зависят от питания. Поэтому почему бы не побаловать себя чем-то вкусным и интересным? И такая возможность появилась у жителей Твери на выставке продажи «От Камчатки до Абхазии». Подробнее в нашем следующем материале. Ароматы восточных пряностей разносятся по всему павильону. Куркума, корица, смеси из многих трав. Все выращено и собрано в экологически чистых местах. Самый большой купаж – это хмели-сунели, без которого не обойдется ни одно блюдо. Обязательно надо окна закрывать, чтобы запах не соблазнял ваших соседей. А вот те, кто предпочитает добавить остроты в свое блюдо, подойдет абхазская жгучая аджика из красных перцев. Главное отличие от магазина – никаких томатов. За счет этого продукт не портится и обладает необычным терпким вкусом. В столицу Верхневолжья фермеры привезли и мясные деликатесы. Домашние колбасы, копченые рулеты и вяленые продукты. Здесь же представлены и сыры. Твердые, полутвердые, соленые, сливочные, с коровьего и козьего молока. И, конечно, знаменитые адыгейские. У нас из козьего молока, он очень полезный. Он диетическим сыром считается, обезжиренным. В изобилии представлены различные сорта краснодарского чая. Это авторские купажи с горными травами, цветами и кубанскими ягодами. Малиной, клубникой, шиповником. Все без искусственных добавок. А к чаю всегда можно выбрать экзотические сладости из Армении. Фаршированные фрукты, внутри начиненные орешками с медом. Знаменитая чурчхела. Продукция изготовлена на основе натуральных ингредиентов, поэтому принесет только пользу и повысит иммунитет. Мушмула, туда добавляется 3 вида орешков. Это очень полезно, там очень много разных микроэлементов. Однако прежде чем совершить покупку, любой продукт можно и нужно попробовать. Разнообразие всего, вот это, понимаете, что не просто вот одно что-то, а вот такое огромное разнообразие. Это очень хорошо и это очень здорово. На выставке посетители смогли увидеть и богатство даров с Камчатки. Разнообразие икры и рыбы, копченые по особенным рецептам на ольховой щепе. Лосось, белорыбица и, конечно, царица чавыча пользуются наибольшим спросом. Визитная карточка Дальнего Востока, известная дикая рыбка, потому что она не промысловая, искусственно не выращивается. Каждый покупатель, заполнивший анкету, участвует в программе лояльности. И когда в следующий раз выставка вернется в Тверь, они получат 10% скидку.